В этом видео покажу вам, как два пейджера с вентиляторных реагируют на гранитный вот такой вот памятник огромный. Он большой. Активное от него гамма-излучение. Вот на несколько метров уже обнаруживается этими пейджерами. Покажу, как вплотную они реагируют. Вот. Вот поднесли вплотную. Видим, племастер сразу первый зафиксировал, предупредил, повышенный фон сигнализирует, показывает, сколько. Red D американский опоздал, он позже показал, не сразу, при том, что у него кристалл больше на целый сантиметр кубический. Здесь 5 кубов кристалла, здесь 4 куба, ну, сантиметра кубических. Вот, реагирует, может, поменяю их местами, может, там кусочек гранита более активный. А нет, все тоже. Убираю. Отойдем на пару метров, посмотрим, какой здесь фон. Ну, ниже 15 не падает. Подойду быстро. Опять ложим. И полимастер первый среагировал. Первый более отчетливо, четко предупредил. Минерат как бы спит. Что-то он очень вяло, редко так. В общем, полимастер более бодрый. Активный.